И снова всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая. Ну, знаете, мне кто-то из подписчиков, ну, что писали, Суленьков, покупай какую-то дичь. И тут мне попросили, чтобы я купил. И свершилось чудо, ребят. Трек номер, если спорт вдруг будет, ну, что упаковка целенькая. Кстати, тут, на удивление, украинская таможня не вскрывала. Знаете, обычно все посылки вскрываются, но здесь все пучком. Что китайцы специально, ну, попросил и уточнил, чтобы телефоны упакованы были, и писал, ну, куча, не беспокойтесь, все классно будет, ребят. И вскрываем, и смотрим, что это за чудеса. Так, смотрите, что оказался черненький или в золоте цвет. Есть от компании, давайте глянем, как оно считается, Тхексан, наверное, Тхексан. Я не знаю, ну что, пишите в комментариях, что вы думаете по такому, ну, что, поводу. Все, естественно же, на китайском, но я так думаю, что телефон, ну, что, чисто сделан для Китая. Но в чем прикол, что, ну, если покупал, то специально, ну, что, указал, чтобы и шла, ну, клавиатура из русскими буквами. Ну, и что, писали, и чисто теоретически клавиатура из русскими буквами. И в чем, ну, что, прикол такого телефона, что, ребят, ну, что, здесь аккумулятор идет 9000 ампер-часов. Скажем так, ну, чисто теоретически, ну, в течение, ну, куча, 2 месяца вы включаете и используете его. Ну, чисто теоретически. Я говорю, что, ну, если действительно оказалась такая бы емкость, ребят, то, скажем так, ну, только бы было. Так, чтобы вы увидели, ну, что, черненький и золоте, ребят, смотрите. И пишите, ну, что, в комментариях, что вы думаете по поводу таких телефонов. Что кнопочки есть и нажимаются, кстати. Так, спинки. Ну, динамики, кстати, тут вообще конкретнейшие, здоровенные. Я думаю, что кричать конкретно, ну, телефон будет. Так, аккумулятор снимается так. И, ребят, чтобы вы увидели аккумулятор. Ну, я думаю, знаете, здесь 3000, это самое больше идет. Ну, 4. Так, уже с галочкой, знаете. Ну, специально, ну, компания идет. Я так думаю, что сюда показываю. И емкость, что, ребят, ну, что писто, что девятка, я не знаю, что в перспективе испытаем. И самое главное, что я упустил, естественно же, втыкается SIM-1 и SIM-2, и карта памяти есть. Втыкаем, засовываем. Так, пленка, кстати, я смотрю, что сдерлась плохо, и лучше надо... О, другое дело, чтобы увидели все пучком, чтобы было. Есть, ну, тем более, что с таким аккумулятором. Кстати, крышка из металла сделана. Я читал, ну, что описание, что писалось, что телефон, ну, что полностью из металла сделан. Ну, скажем, крышечка, ну, действительно, ну, что сделана, сплав какой-то идет. И, ребят, знаете, такая, ну, что тяжеленькая. Ну, что действительно, я думаю, что симпатично пока все, потому что в перспективе испытаем, конечно. Я не знаю, я для себя думал, ну, взять для спортивного интереса, попробовать, ну, что кинуть, ну, что в тестер его. Но просто тут, ну, что тонкость с таким, ну, что телефоном, ну, что придумать, что сделать с аккумулятором, чтобы сел, я не знаю, ребят, скажу честно. Так, вскрыли, все симпатичненько и красивенько у нас идет. Есть, ну, что попытаемся сделать, знаете, что вот так, опа, все телефоны, ну, вскрывались в те времена так. И что у нас есть, ребят? Ну, кстати, в чем прикол, что с клавиатурой, ну, что в китайцы, ну, что попытались, ну, что сделать, чтобы клавиатура и шла, ну, куча, English и русский. Кстати, ну, смотрится все вполне терпимо и сносно. Из плюсов, ну, что кнопочки крупненькие идут, и смотрится все good вообще. Так, чтобы вы увидели, SIM-1 и SIM-2 идет. Ну, первое впечатление, что классно все. Так, я попытаюсь включить их. Включился. Окей. Ох, ё. Извините за выражение. Но динамики тут вообще, ну, что, жесть. Я думаю, что, знаете, если телефон, ну, зазвонит, то вы нечаянно... Да и все. Так, в комплектации у нас, естественно же... Шнур идет. А какой шнур? USB. Нифига себе. Ну что, ребят, USB. В таком случае, в перспективе, вы комфортненько, ну, сможете использовать своего телефона, скажем так. По питанию что писано? Ну что, в пол ампера, кстати. Ну, если вдруг интересно, то питание, ну что, в пол ампера. В таком случае, в такой аккумулятор, ну, вы втыкнете, как минимум, не знаю, ну, еще 4 дня будет 100%, чтобы был аккумулятор. Ну, чисто теоретически, если в такая емкость будет... Есть, что включается и светится экранчик с часами, ребят. Если захотели, что у нас есть?
что включаем эту кнопочку и нифига. Но в чем прикол, что в телефоне оказался куча динамик здесь. Если захотели, чтобы вот не открывать его, то в комфортненько, ну что, класснули и общаетесь с людьми. Если захотели, это нажимаете, и что делается? Нифига. Есть, вот я специально, ну что, класс эти кнопки, и эффективности от них ноль. А здесь что будет? Я так понял, что, знаете, ну что, включается только, чтобы часы. И все. Ну, симпатично. Ой, твою мать. Да-да, ребята, я от испугов чуть ли не обделался, честно. Так, идем дальше. Что, экранчик, естественно, используется в технологии TN. И, скажем так, ну, в темноте, то вы классно видите. Но думаю, что днем вообще ничего не видите. Из плюсов, что кнопочка и с камерой у нас здесь есть. Вот так специально сюда буду. SIM-1, SIM-2. Ну что, ребят, ну что, включаем и показываем, что у нас есть. Давайте сюда, что включаем. Что главное, скажу честно, из плюсов, что вот картинки, ну что, крупные и читаемость, ну что, в перевод шикарно идет. Так, что у нас здесь есть? ВКонтакте захотели, включаете. Есть, я так, чтобы вы, ну что, в камеру все увидели, я, извините. СМСки включаются, и входящие есть такие. Окей, журнал звонков, супер. Так, включаем аудио, ну, я думаю, что нет. Скажу честно, с таким, ну что, динамиком, то чуть-чуть стремновато, ну что, было бы, ну что, реально, до такой степени, ну что, громкие, что я думаю, что зазвонит, то вот, ну что, помните, вот я изначально сказал, что вы, что обкакаетесь, что счастье, то так и будет. Так, включается камера у нас, если захотели, что включается, и куча, ну что, установок, у нас есть и освещение, сближение, и фото, и видео, ну что, пишется в 240 на 320, ну скажем так, для таких ситуаций, что камера здесь чисто, оказалось, для галочки, я так понял, или для петечки. Но, скажем, скажу честно, я ее испытывать я не хочу. Потому что реально здесь полный шлак. Знаете, кто помнит, ну, старые, ну, телефоны, то где-то вот на, по качеству такое же самое будет идти. DV. Я так понял, что пишется, ну, что видео, и пишется в 320 на 240. Есть, ребят, я надеюсь, что все увидели. Так, из плюсов, диктофон есть. Включается, и видите, такая пимпочка. Вот давайте я специально... Я что-то попытаюсь сказать, я не знаю, ну что, вписать, ну что, будет или нет, но за компанию испытаем и микрофон, чтобы вы услышали вживую все-таки что, куда и как. Есть, стоп, пауза, продолжить, остановить, удачное сохранение, и давайте попытаемся ее включить. Да, ребят, ну с моим голосом я... Честно, кто смотрит, то мне вас жаль. Идет так, что включаем видео, если захотели, то у нас есть, ну, в перспективе и просмотр видео. FM-радио, втыкните уши. А куда их втыкать? Смотрите, ну что, в чем прикол? Ну что, впишется, втыкните, ну что, уши. А куда? USB есть, микрофон есть. А где же 3.5, ребят? Ну что, его здесь нет. Так что, знаете, если хотите засунуть себе, то уже... Точно вот не в телефон. Скажем так, я думаю, что есть какие-то USB, чтобы и шли, ну, типа, уши. Но где их откопать? То вкиньте и в комплекта, и в цене, ну, вообще доллар, ну, что прикиньте. Но нет, нифига, вот китайцы стабильно такую фигню делают. Есть. Так, у нас есть список файлов. Ну, вообще, втыкнули в карточку и смотрите, вот, что у нас есть. Ну, что, чудеса, все включается и срабатывает вполне комфортно. У нас есть и профили. Так, ребят, опции... Изменить, наверное, да. Включаем установочки и смотрим. Переименовать. Включение, ну что, установок звонка. Фиксированные выбираем. Блин, ну что, Nokia когда-то специально скачал себе эту мелодию. Офигеть. Но, кстати, по качеству херня. Скажем так, я так думаю, ну, втыкнуть стандартную, ну, что, MP3-шку, и будет вам шикарно все. Так, захотели, изменяется смс-ка, звонок в телефона, я так думаю, что SIM-2 идет изменение. Есть, а вибрация, чтобы, ну, с какими-то из матюками было. Нет, ну, что, видите, звонок или все, пока. Но глянем, что у нас еще. Ну, что, громкость включается.
больше. В чем плюс, если захотели, то и тише делается. Вот я скажу, что классная, ну, штука, а то, ну что, у папы в китайце до такой степени кричит громко, что, а слышно, ну, в три стены, и ты услышишь звонок. Сигнал будильника, сигнал вызова, звук включения в тон клавиатуры. Вот эту тему бы я изменил. О, еще лучше, чтобы вообще звука, скажем так, вот не оказалось. Тип звонка, самое главное. Если захотели, включается и вибрация, и бесшумный, и вибрация, и потом звонок, и все вместе. Вот здесь, ребятки, ну, чувствуется, старались, и все классно. Пока окей. И сигналы в других оповещениях. Если захотели, изменяется и клавиатура, что аккумулятор вздыхает, и всякое такое. Но я так думаю, что все в курсе, что куда и как, и знаете, и неинтересно будет уже рассказывать такую глупость. Тем более, ну что впервые кнопочном, ну, телефоне, вот я столько, ну, совсем рассказываю, само смешно. Так, включаем установки телефона, часы есть, установка языка, что у нас есть, и турецкий, и португальский, и французский, и самое главное, что русский есть. Супер. Китайцы красавцы. Так, установка. Я так понял, что куча смс-ка и текст, что вы будете писать, есть. А сенсорный экран здесь или нет? Да, кстати, ребят, смотрите. Опа, втыкнул. Ну что, в чем прикол, что экранчик сенсорный, если, ну, куча впадло, значит, кнопочку окажется классной, то взяли, ну что, пальчиком для себя втыкаете. Все, смотрите, опа. Коснитесь стилусом на экране, а пальчиком чикс, чикс. Так. Все. Автоматическое включение и выключение у нас есть. У нас есть экономия энергии. Вообще, супер. Считаю, что iPhone S, блин, почти. Так, включаем установки и все. Одежда, подсветка, там всякое, чтобы что интересное было. Настройка метавода языка. Ну, ребят, скажу, ну, честно, вот я думал, что будет чуть-чуть поинтереснее показать. Так, включаются эффекты всякие. Эффект при включении и при выключении у нас есть. Установка обоев. Ну, в чем плюс, что захотели, изменили в картинку. Здесь офигеть. Дисплей. Так, показывается и то, и то. Ну, в чем плюс, что вы смотрите, что у вас будет при включении экрана. Кстати, тема классная. Контраст. Если захотели, ну, что сделали чуть темнее, чтобы комфортненько было. Вот так, я так думаю, ну, чуть лучше и в камере симпатичнее в картинке. Есть. Так, включаем безопасность. Пин-коды и всякая херня. Ну, я думаю, что все знают. О, в чем плюс, что черный список есть. Если захотели, то кинули, чтобы, ну, типа, не задалбывали, скажем так. GPS. Ну, старая, естественно, же сеть идет, но в любом случае. Ну, что в чем плюс, что в телефоне оказался и интернет. Так, извините, я заговорился. Включаем сюда. И у нас есть инструменты. Семейный телефон. Это получается, ну, случилась ситуация. Ну, куча, и всем звонит. У нас есть и календарь. Так, включается, у нас есть. Ну, куча, включаете установок ситуации SOS. Калькулятор есть. Секундомер, сигнал. Я, ну, куча, думаю, что будильник. Если захотели, ну, что, включаете, читать книгу. Конвертация единиц даже есть. Обалдеть. И Bluetooth. Ну, ребят, что упаковано все, в принципе, вполне окей. Но единственное, знаете, что плохо, что, ну, что в телефоне вот нет игрушек. Я думаю, знаете, ну, что скучно, ну, все кажется человеку. Если захотели, то включили игрушку. Единственное, что из моментов, знаете, что вот не используется, ну, что экранчик, ну, что в полной, ну, вот, и хотелось бы. Вот есть, ну, что телефоны, ты прикрываешь, и та картинка, ну, что включается здесь. А получается, вот, ну, штыкаю, и нифига не изменяется. Ну, телефон уж интересный, но скажу честно, ну, для себя бы вот такое диво я 100% бы не купил. Но видите, мы же попросили, и человеку, скажем так, отказать я не смог. Вот и все. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.